мимо на ВДНХ. Одновременно проходит день Краснодарского края. Очень много людей. Очень много людей. Очень рад за вас. Да, спасибо. Вы под контролем. Я понимаю, да. Вы Синица, Сергей Николаевич. Нет. Ну вот так журналистов не пускают подойти к главе Республики Крым. Вот товарищ Синица, Сергей Николаевич говорит, что какие-то... Телефон хватает. Вы что пришли? Вы провоцируете конфликт. Провоцирует конфликт. Это вы? Это вы? Ну хорошо. Так что?